В очереди голосующих на участке 60-40 трудно было не заметить знаменитого баскетболиста Алексея Савращенко. Ну, я считаю, это гражданский долг каждого человека прийти и сделать выбор за будущее нашей страны. Я считаю, что мы и наши дети должны расти в сильной стране. Вообще атмосфера на всех участках доброжелательная и праздничная. Краснодарцы с удовольствием делятся друг с другом хорошим настроением. Ну а чтобы подзарядиться от голосующих позитива, вам нужно всего лишь отправиться на свой участок и проголосовать.